Ну, здравствуйте. Разрешите сначала вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успеха в учебе, мирного неба над головой, самое главное. И еще мы хотим подвести итог нашей работы. Хотим вручить самым активным нашим читателям маленькие сувениры, грамоты. Мы очень рады, что вы у нас есть. Приходите почаще, читайте. Спасибо вам большое, что вы приходите к нам. Приходите, мы будем рады. Читайте. Это хорошо, когда вы интересуетесь чтением. Значит, начнем. Начнем мы. Давайте с диплом. За тягу к чтению вручается Феник Эмми. И вот такая вот книжечка. Награждается Сапцокова Камила за активное участие в жизни библиотеки. Награждается Шантыз Марина за активное участие в жизни Центральной детской библиотеки. Награждается Тугус Зара за активное участие в жизни Центральной детской библиотеки. Нету Зары? Нет. Зарочка. Награждается Пщепи Милана за активное участие в жизни Центральной детской библиотеки. Грамотой награждается Георгиева Евангелия за тягу к чтению, активное участие в жизни библиотеки. Молодец, внучка. Награждается грамотой самый активный читатель среди руководителей чтения и за участие в жизни Центральной детской библиотеки. Ура! Ростеса Ина Юрьевна. Ура! Спасибо. Это вам, чтобы вы не отставали от жизни и видели, какое число. Пожалуйста. Ну что, еще раз всем спасибо. Давайте встанем, сфотографируемся. Грамоты вперед.